просто молоко, по собственному его желанию оставил у себя, выкупил молочный мамадышский комбинат. Это также серьезный комбинат с мощностью более 300 тонн суточной переработки молока. Бывший собственник Вамина Мингазов. Ну, мы просто так говорим, его фирма выкупила Балтасинский и Арский молочные комбинаты. По Набережно-Челнинскому молочному комбинату изъявил желание акционерного общества «Агросила». Ну, они имеют почти 280 тонн товарного собственного молока. А до сих пор они молоко реализовывали по разным заготовителям в разные стороны, в том числе предприятие «Просто молоко» и «Данону». Но сейчас у них вот появился собственное предприятие переработки. Иначе они в любом случае планировали в перспективе иметь свою молочную переработку. Но вот сейчас этого делать не нужно. Они сейчас будут эффективно загружать собственным сырьем и плюс еще дальше развивать по мощности это предприятие. У нас Алексеевский молочный комбинат приобрел «Красный Восток Агро». Чистопольский молкомбинат по процедуре банкротства тоже приобрел «Акбарс Холдинг». «Акбарс Холдинг» приобрел также Буинский молочный комбинат. Эти оба комбината, они, в том числе Алексеевский тоже, они уже работают, принимают, перерабатывают молоко. У нас пока не определен потенциальный собственник на Нижнекамский молочный комбинат, на Знакаевский, на Бугульминский. У нас уже потенциальные заинтересованные покупатели есть. На Муслюмово тоже есть, на Актанышский молкомбинат. Есть вопрос пока в процессе проработки по Казанскому молкомбинату. Много заинтересованных компаний, и «Пармалат», мировая известная компания, и «Башмол». Кого хочет? «Пармалат» кому присматривается? «Пармалат», они и на Набережно-Челнинский комбинат смотрели, изъявляли желание посмотреть. И они изучают материалы Казанского молкомбината тоже. Но нам по Казанскому комбинату, это самый дорогой комбинат, нам, конечно, не сильно затягивая время, нужно принимать решение, потому что лизинговой компании, опять-таки, надо будет перед банками, в том числе те долги, которые выкупили себе, надо возвращать. Лучше платить быстрее, чем платить долго проценты. Мы в течение буквально ближайших 2 недель, я думаю, завершим работу по окончательному определению потенциальных покупателей, собственников на предприятии переработки. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».